коллеги, суд присяжных, стратегии, тактика судебных войн Иван Миронов. В отличие от следствия, защита лишена таких механизмов, чтобы вот так влиять и лоббировать нужное решение. Почему? Потому что по громким делам всегда в коллегию оперативные сотрудники стараются внедрять своих агентов. Потому что механизм отбора присяжных, он непрозрачный, к сожалению. Традиционное судебство не работает в нашем суде, и присяжных выбирают исходя из того списка, который предлагают сотрудники суда. Естественно, как только, например, такой человек чисто даже физически может появиться со стороны защиты, то он будет немедленно разоблачен и нейтрализован. Подобные процессы — это одна из форм давления на суд присяжных, потому что обвинение, на мой взгляд, достаточно абсурдное. Это вот очередная попытка как-то запугать присяжных по другим делам, которые будут идти в дальнейшем. Иван Миронов, адвокат. Пронин полностью признал вину, Ломоносова свою причастность к преступлению отрицает. Адвокат также свою вину не признал. Ранее он тоже был фигурантом этого уголовного дела, но против Мусаева оно прекращено. Перспективы участия их стран в турецком потоке. Об этом заявил журналистам первый вице-премьер министра иностранных дел Сербии Ивица Дачич. По данным СМИ, вот эти европейские государства планируют тотально изолировать Болгарию от турецкого потока. Ну, мы знаем с вами, чем вызвано такое решение государств-соседей Болгарии. Ольга? Людмила, скажите, все-таки возвращаясь к нашей первой теме по поводу этнических болгар, которые проживают в зоне военных действий на Украине, давайте уточним информацию, много ли их, таких вот болгар этнических? Да, я уже сказала, 7,5 тысяч, то есть тех граждан Украины, которые считают, что они болгарского происхождения. Причем для меня самой было удивительно, но я вот в одной предыдущей программе рассказывал, что даже посол Украины в Болгарии, он болгарин по происхождению. Да, да, интересная информация. Спасибо, Людмила. Людмила Львова, наш собственный корреспондент в Восточной Украине. Ну и далее новостями пока. Наш спортивный обозреватель Никита Загдай в студии. Никита, привет. Доброго дня. О чем будем говорить сегодня? Будем говорить о хоккее, потому что сегодня 7-й матч в финальной серии на Западной конференции в континентальной хоккейной лиге. Две армейские команды, противостояние двух столиц, СКА и ЦСКА. Они же и недавно играли, по-моему. Они продолжают играть. Да? И что удивительно, сколько это будет длиться? Столичные армейцы вели в серии 3-0, были в шаге уже от финала и уже выбирали практически себе соперника по финалу, Акбарс или Сибирь. Восточная конференция уже закончилась. Сибирь уступила, Акбарс спокойно вышел в финал, и питерский СКА отыграл 3 матча и вновь перевез серию в Москву, где сегодня в 19:30 состоится этот матч, и большое внимание к нему приковано, нервы на пределе, скажем, пресс-конференция после 6-го матча была настолько наэлектризована, что лед расплавился. Да, что лед расплавился. Прости, а последняя встреча чем закончилась?